А всем привет, дорогие друзья, и вот думал я, в какую рубрику разместить вот этот вот обзорчик, либо в идеальный сюрприз, либо просто в очередной обзор очередного фонаря, но в принципе не суть важно, в общем, что есть, то есть. Вот такая вот приятная вещь, то есть можно встать на колено перед любимой девушкой, вот так вот сказать, милая, тэдэдэм, парадэм, хэшвэльбэм, вот, но шучу на самом деле. Просто очень приятный такой кейсик, который вот хочется так в руках вот так делать, не отпускать его. Инструкция на языке непонятном, к сожалению, нам, поэтому мало чем поможет. Ну и вот такой вот фонарик Olight, модельку я напишу в описании. Такой прикольный оранжевый цвет у него. Здесь у нас заявлено 80. Да что ж с камерой-то опять? Вот, 80 люмен у нас. Сразу же надета клипса. Ну и карабинчик для ношения на крючах. Отражатель здесь вот такой вот апельсиновая корочка. Ну, собственно... Чем приколен этот фонарик? А, кстати, еще здесь батареечка шла в комплекте. Мини-пальчиковая, мизинчиковая батареечка маленькая. We make a difference. Надпись. Даже не заметил первый раз, когда смотрел. Включается он поворотом головы. Вот, сейчас я выключу свет, покажу режимы. У нас здесь неполная темнота, только смеркается. Ну, в принципе, все будет понятно. У нас, значит, получается, чем интересно, что вроде бы фонарик обычный такой, поворотом головы активируется, да, но имеет несколько режимов, которые переключаются, опять же, просто включением-выключением. Вот так вот. Первый раз мы поворачиваем, у нас слабый свет, потом сильнее, вот самый слабый. Вот у нас средний, и вот у нас максимальный. То есть на максимальном достаточно хорошо светит. Сейчас попытаюсь показать, не знаю, получится или нет. Ну, в принципе, на там расстоянии где-то метров 5, может даже 10, я думаю, увидите все, что вам нужно. Несмотря на то, что такая карманная малявочка, светит очень ярко. Вот, 80 люмен. Вот самый минимал. То есть это так, чтобы книжечку там почитать, что-то посмотреть. Что можно еще сказать про него? Последний режим он запоминает, если я не ошибаюсь. То есть если мы выключили его на определенном, скажем так, на среднем, он потом средний должен и включить. Вот, да, вот он его и включает. Еще здесь есть один режим стробоскоп. Вот. Он активируется путем вот нескольких переклацываний. Ладно, не буду больше испытывать ваши глаза. То есть, если мы... Сейчас покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Вот, то есть как бы два цикла нужно пройти, чтобы он включил режим стробоскоп. Как по мне, это как-то странно. Почему? Потому что почему не сделать его просто четвертым там режимом, чтобы не раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот он, аж седьмой здесь. То есть получается как-то так. А разницы между вот этими тремя, слабый, средний, сильный, я не замечаю, чтобы как-то выделять их в отдельную какую-то категорию. Ну, вот немножко странно. Но ничего, вещь очень приятная, очень качественно сделана. И, наверное, все-таки будет, да, идеальным сюрпризом, если вы преподнесете своему там любимому человеку, и, либо, я не знаю, там, кому-нибудь... шефу в виде там не подарка, но такого вот сюрпризика. Это будет просто супер. Вот такой вот фонарик Olight. Подписывайтесь на канал. С вами был еще разок. Увидимся. Пока!